Здравствуйте, наши зрители. Приехали в Турцию мы. Сегодня 10 ноября. Погода вообще супер. Наверное, в тени градусов 25, а на солнце тут вообще градусов под 40. Вода очень прозрачная. Много очень таких тут на берегу маленьких рыбок кормлю. Видно, их нет. Первый раз вот в Турцию приехали, никогда сюда не ездили. Не думали, что здесь так хорошо и тепло. Все время думали, Турция это летом. Оказывается, и осенью поздней здесь есть чем заняться. Вот наш тут пляжик. Сейчас я кину печенье к овсяной рыбкам. Такие уже тут и крупнячок подплыли. Мелкие. Рыбок очень много. Вода очень теплая, хорошая. Градусов может быть так 22-23. С утра даже вода теплее, чем воздух. Сейчас вот на улице жара 30 с лишним градусов. Ну так, нормально заходить. Вон мой орешек на берегу сидит. На пустынном так пляжике. Пивко попивает. Пиво у нас вот бар рядом от отеля. Все включено. Ну, правда, на пляже алкоголь только пиво. Ну и много еды. Тут и мороженое шоколадное. Мороженое вкусное здесь. Такое настоящее, как раньше был пломбир шоколадный. Может, турки не подделывают, как у нас в России. Вместо пломбира, там, я не знаю, как раньше молочное, то было вкуснее. Орешек вот тащится. Музон слушает. Как Ореша? Отдыхаешь. Пиво, рыбка. Далеко бегать. Ну, прям далеко. 30. Угу. Было прям вот тут вот. Зато ты один лежишь тут, считай, что на пляже. Вкусное пиво, хорошее. Нормально. Эфес. Настоящий турецкий. Бар наш вон, где находится. Ореш говорит, далеко бегать. Да очень далеко, вот, рядом. Можно, конечно, там лежать. Топчины стоят. Но мы решили сюда, подальше, уйти. Ну, море советую в ноябре ехать. Тепло, прозрачное. У нас вот песчаный пляж. Ну, конечно, не сравнить с Кубой, как там белоснежные пляжи. Песок, но цветом какой-то сероватенький. Ну и немного тут гальки. Там заход тоже чуть-чуть галька. Потом песок. И хорошо тут, считай, что пройдешь, ну, метров, может быть, 10 и так глубоко. Не то, что там идешь, не в Греции, а в Испании. Мелко, мелко, мелко. Далеко надо идти, чтобы проплыть. А здесь супер. Так, ну все, потом покажу, что за отель у нас в следующем видео. Все, пока.